Зато крепче стены в ближайшее время будут у знаменитого кировского спортивного объекта. Ограждение у спортшколы «Динамо» сейчас приводят в порядок. На перекрестке улиц Московской и Динамовского проезда началась реконструкция. За осень и зиму штукатурка потрескалась и местами раскрошилась. Поэтому в спортшколе решили восстановить ограждение. Сейчас на объекте трудится бригада рабочих из 4 человек. Они инструментами снимают отделочный слой и укрепляют железной сеткой кирпичную кладку. Директор спортшколы отметил, что работы плановые, их проводят каждый год. Реконструкция, с его слов, завершится через несколько недель.